минимум скорости. Номад, как слышно? Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Ясно, майор. Что-нибудь слышно, залог? Нет, остаюсь на связи. Штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Маскировка включена. Недостаточной энергии. Максимум брони. Маскировка включена. Недостаточной энергии. Максимум брони. Маскировка включена. Максимум брони. Маскировка включена. Маскировка включена. Маскировка включена. Маскировка включена. Yeah.
включена. Выдвигаюсь! Максимум брони. Маскировка включена. Я тебя шлепну, как сюда! Падение! Где у меня? Поплевать! Максимум силы. Максимум брони. Максимум скорости. Маскировка включена. Максимум силы. Максимум брони. Маскировка включена. Максимум брони. Я что-то слышал. Маскировка включена. Рекорд, я нашел офисное здание. Попробуй войти в их тактическую сеть. Максимум брони. Максимум силы. Сражайся! Маскировка включена. Максимум брони. Копирую данные. Отлично, сынок. Теперь мы точно знаем, где Кхон. Он в шахте. Заложники там же.
Посмотри на карту. Твоя задача — освободить людей. Выполняю, майор. Максимум скорости. Максимум брони. Максимум скорости. Маскировка включена. Максимум силы. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка включена. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Максимум брони. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Максимум брони. Максимум силы. Достаточно энергии. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Маскировка включена. Максимум силы. Максимум скорости. Максимум брони. Маскировка включена.
Недостаточно энергии. Маскировка включена. Максимум брони. Маскировка включена. Максимум брони. Максимум силы. Маскировка включена. Маскировка включена. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Максимум брони. Маскировка включена. Максимум брони. Максимум брони. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Максимум брони. Максимум силы. Максимум брони. Разберись с корейцами. Авиация на подходе. Маскировка включена. Thank you.
Десант уже ждет. Возьми под контроль площадку, я вышлю подкрепление. Маскировка включена. Будем удерживать периметр. Занять оборону! Живо! Ну! Максимум скорости.
Недостаточно энергии. Максимум противника. Намат, будь осторожен. Мы разберемся с лагерем корейцев и будем ждать подкрепления. Потом поможем тебе, но придется подождать. Сейчас ты сам по себе, сынок. Понял. Стрикленд, я внутри. Отлично. Найди заложников. Время на исходе. Маскировка включена. Стрикленд, я внутри. Маскировка включена. Отлично! Найди заложников. Время на исходе. Не вижу, где он. Максимум брони. Он не уйдет. Давай, цель! Oh.
Намат, не вижу твоего сигнала. Включи прибор ночного видения. Маскировка включена. Максимум брони. Максимум силы. Маскировка включена. Недостаточно энергии. Максимум брони. Я уже устал ждать! Заряды на месте! Можно начинать! Нельзя! Сейсмическая активность, всплески излучения — все это из-за объекта! Слышали, что сказал мой отец? Он хотел предупредить вас! Мы не можем ждать! Заряды готовы? Вы готовы? Включить детонаторы! Включаю детонаторы! Группа Альфа, внимание! Что ты делаешь? Сейчас же включи генераторы! Напряжение нестабильное, электромотор. Кто-то вытягивает из них энергию, применяются. Это саботаж! Починить! Живо! Я пытаюсь. Объект поглощает энергию. Включить резервные генераторы! Резервные генераторы включены. Послушайте. Перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал... Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить, что... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нанокостюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничны. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало! Держи напряжение! Время. Прошу, вы не понимаете... Остановите его!
Мисс Розенталь, надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто вы? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Слышишь меня? Слышу тебя, Гриф-4. Я еще там. Вход в пещеру завален. Есть другие выходы? Нет, Гриф. Только вглубь. Ладно, сиди тихо. Я пришлю подмогу, мы вытащим тебя оттуда. На это уйдет несколько часов. Попробую пробраться вглубь пещеры. Как скажешь, Номад. Но на твоем месте я бы позаботился о боеприпасах. Никто не знает, что ты там найдешь.
пропадает! Слышишь? Номан! Гриф, связь пропадает. Как слышно? Прием! Гриф, как слышно? Попробую усилить видеосигнал. Надеюсь, это поможет. Буду описывать то, что вижу. Я в каком-то туннеле или пещере. Стены похожи на кристаллический камень, но более правильной формы. Никогда такого не видел. Здесь темно, холодно. Очень холодно. Стены необычные, как ракушка. Похоже на органику, надеюсь, вы все это видите. Что убило пророка. Недостаточно энергии. Что это было? Недостаточно энергии. Максимум брони. Такое ощущение, будто меня что-то выталкивает. Попробую все-таки пройти. Здесь не один. Максимум брони.
бы это ни был, теперь он мертв. Большую пещеру. Что это за место? Маскировка включена. Thank you.
но течение меня не пускает. Источник энергии должен быть где-то поблизости. Этот шум. Похоже, все может рухнуть в любую минуту. В пещере проходит какой-то провод. Выглядит как нечто живое, но кажется, по нему течет ток. Эти твари сюда много чего притащили.
Маскировка включена. Максимум брони. Больше механизмов. Только они... Они совсем другие. Кажется, эти ворота открываются с определенной периодичностью. Попробуй проскочить. Thank you.
целая армия этих машин. Кажется, они готовят вторжение. Что за черт? Черт! Майор Стрикленд, если слышишь меня, немедленно уводи всех с острова. Эти твари пробуждаются. Thank you.
стал очень четким, как будто ты на поверхности. Начинаю трансляцию твоих видеоданных в штаб. Я вижу свет. Намат, ты еще жив? Да, но не знаю, надолго ли. Что там творится? Можешь толково объяснить? Рад бы, майор, но я сам не понимаю, что здесь происходит. Что бы это ни было, я в самом его центре. Вся гора окружена какой-то энергетической сферой. Чудо, что ты вообще еще жив. Мы покидаем остров. Максимум скорости. У меня пропал отряд морпехов как раз в твоем районе. Передаю последние известные координаты. Посмотри, что с ними. Есть. Но не думаю, что при такой температуре кто-нибудь выжил. У входа в долину развернут пункт эвакуации. Всех, кого найдешь, веди туда. Максимум скорости, максимум брони.
Маскировка включена. Стрикленд, это Номад. Нашел твоих морпехов. Живые есть, сынок? Никак нет, сэр. Выживших нет. Черт, уже два взвода положили на этой горе. Ладно, надо вытаскивать тебя отсюда. Попробуй добраться до края сферы. Я что-нибудь придумаю. Что за... Ты со мной, сынок? Что с тобой случилось-то, пророк? Мы уж думали, ты погиб. Меня так просто не убить. Максимум брони. Внимание! Сюда идет еще один отряд! Держись, парень! Черт, там еще один! Вылезу наружу, то замерзну насмерть. Я подобрал их оружие. Держи. Как же ты... Потом. Надо отступать. Иди назад. Сперва тебя надо подлатать. Я замерзаю. Нужно тепло. Мне нужно найти укрытие. Костюм дома не потерял. Держись, пророк. Мы выберемся отсюда. Это Номад. Я нашел пророка. Его костюм отказал. Нужно срочно выбираться. Слышу тебя, Номад. После края сферы как раз сидят мои разведчики. Они тебе и помогут. Идем туда, майор. Энергия костюма на
исходе. Навод, прикрой меня! Нужно восстановить энергию! Надо найти уход!